Торжественная церемония закладки первого камня в строительство монумента памяти погибших в ходе войн и вооруженных конфликтов моряков Каспийской флотилии состоялась в Каспийске. В мероприятии приняли участие глава Дагестана Сергей Меликов, глава Каспийска Борис Гонцов, представители правительства республики, а также родные и близкие погибших моряков. Собравшиеся вспомнили поименно павших в ходе специальной военной операции военнослужащих Каспийской флотилии и возложили цветы к месту строительства памятного монумента. Также в ходе мероприятия глава Дагестана пообщался с близкими погибших бойцов, у которых имелись личные просьбы к Сергею Меликову. Все обращения были зафиксированы помощниками главы региона.